прилетели. Еще раз хочу спасибо огромное всем, кто поддерживал нас. Потому что это очень важно для нас, вот Саши было, и для меня в целом, как в целом сама победа. Вот. Сейчас я нахожусь в Павловском посаде. Я еду забирать из школы своего сына. Витька ждет меня в школе сейчас на продленно подготовительных там занятиях. Сейчас мы его заберем. Вот. Сегодня заезжал, решил не брать ему игрушки. Сегодня взял ему вот такую вот боксерскую грушу. Много чего. Сейчас подождите секунду, надо повернуть. Сейчас, подождите, приехали в Павловский посад, тут заторы, моторы. Вот. Также еще взял ему, чтобы он занимался у меня. В общем, прошли времена, когда я брал игрушки, теперь я беру вот такие вещи ему. Я хочу, чтобы он готовился к этой суровой жизни, но готовился не для того, чтобы кого-то обижать, а для того, чтобы себя защитить. Вот, потому что время волков. Вы знаете, я всегда говорю о том, что люди подразделяются на три вида. Вот. Есть овцы, есть волки, которые нападают. Есть овцы, это слабые. Есть волки, которые нападают на слабых. А есть псы, которые нападают на волков, защищая слабых. Вот. Поэтому я хочу, чтобы мой сын был псом. Чтобы он всегда защищал слабых. Поэтому для меня это очень важно. Сейчас Маргарита по максимуму вкладывает в него. Я вкладываю в него по возможности, потому что мы, к сожалению, видимся не так часто, как хотелось бы мне. Вот. Но сейчас я вернулся, опять я буду с сыном, так я его забирал. Ну, кто следит за моей жизнью, тот знает, вот, что стараюсь забирать его почаще. А Рита ни в коем случае этому не воспрепятствует. Она, наоборот, за то, чтобы мы виделись с Митей почаще. Это я говорю тем, кто, может быть, думает, что там какие-то проблемы или там какие-то разногласия. Нет. У нас нет никаких проблем, нет никаких разногласий. Вот. Мы в очень хороших отношениях. Вот, и все это наша общая заслуга. Вот, Сашенька поехала со своей сестрой родной, они поехали по магазинам, потому что Саша вчера из Duty Free не все вытащила. Она вытащила вчера 14,5 тысяч пакетиков из Duty Free, тележек 12 тысяч, но не все, видимо, вытащила. Поехали опять за подарками. Завтра мы уезжаем в Новороссийск, послезавтра мы уже будем... Нет, дня через два будем в Сочи, в Розахутер. Едем отдохнуть, но мы едем, мы сделали так, что мы поехали не вдвоем с Сашей, мы поедем все вместе. То есть я, Саша, мои родственники, дядька мой с тетей, Сашины родители, мои не могут, они работают. Сашины родители взяли отпуск, и мы все вместе поедем отдыхать. Так, ребятушки, подъезжаем к Митиной школе. Сейчас развернем. Вон она. Гимназия. Сейчас. Вот она, его школа. Лучшая школа считается здесь. Вот, не буду показывать название и номер школы.
Потому что господа идиотов больше, чем вы думаете в этом мире. Так, мои золотые, ну что, я к сыну приехал, в школу за ним. Что мы делаем? Мы показываем вам его. Я думаю, что вы, наверное, хотите увидеть сына моего, когда он его уже не видел. Дагестан, вассалам алейкум. Сейчас. Все, ребят, пойдем. Ему уже 7 лет. Сейчас он у меня на подготовительных. Сейчас мы его найдем. Пойдем, пойдем. Еще ж надо, чтоб пустили. Еще ж не пускают туда. Вот, надо сказать. Первый А. Сейчас узнаем, в общем. Все, сейчас конфиденциальность пошла, как будто мы не знаем. Здравствуйте. А я сына забрать из подготовителя, из-за продленки. Можно? Так, а вы мне подскажите, а где продленка? Да? Кого? А Митя Кузин. Кузин? Знаете такой? Нет, мы не знаем. Вы знаете? А, я под здесь можно. Да. Кузин. Ага, Митя Кузин. Ну, я да, первый раз. Мама в основном собирает. Ну, да. Берем. А, они где-то на втором этаже, да? Спасибо огромное. Иду, приду. Спасибо большое. Чего? Чего? Я понял. Вы не ходите? А, да. Да. Вот все, где он? Я понял, все, извините. Все, поехали? Да. Все, до свидания, спасибо. Одевай куртку только. Одевай, я попалился. Одевай. Давай, подержи. Оценки. Сегодня получил звездочку какую-нибудь? Да, пока нет. Пока нет? Ну, ничего страшного. Большой какой стал уже. Вот. Да. Вот он. Так. Давай, одевайся.